Алера Гладиатор, слушай. Это не человек. Этот хуй пердит мне в лицо, потому что этот уёбок был фигуристом нормальным, а сейчас он перестал быть востребованным на фигурном шоу. Это Плющенко Евгений, да. Вот Евгений Викторович Плющенко, российский фигурист, выступавший в одиночном катании, заслуженный мастер спорта России, между прочим. Был нормальным человеком. Он тут еще хоть на человека похож, смотря. Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-Пуки. Опа. Так а чё Плющенко? У него три дня назад был вот это. Во. Вот он! Вот он, вот он! Так у него три дня назад выступление было в Санкт-Петербурге. Вот он. Вот он, сука, катается. Игорь Вихурков. Передай привет Самаре. Я Самаре загоняю свой особо саламчик пополамчик, родные. Новосибирск в деле. Новосибирск. От меня принимайте. Саламчик пополамчик. Так ОСД, это Игорь Вихурков какой-то. Самара, ОСД в массы. Нахуй мне Вихурков, меня Плющенко интересует. Он, кстати, похож да, на того. Да, и министра, у министра менструальных дел, если он фуловый, то кстати, это... Кстати, похож на Плющенко. У него язык прокачан до щепелявой залупы. Но я тебе объясню, кто такой министр менструальных дел. Это тот же кадыковик, то есть на муже кадыковик, кто такие кадыковики, кадыковеды. То есть я объяснял на том стриме, что... Погоди, блядь, это что, тот самый, который пердит, что ли, или что? Просто там как бы... А что у него с прической, он что, полупокер или что? И покушать малафьи. Понимаешь, это удовлетворяет. Ему надо, чтобы кадыком прогнали ему до самой трахеи. Чтобы у него со всех дыр бежало. Так, не понял. Чтобы с глаз ноздрей пузырило. Что-то вы меня запутали, погоди. Сорта, как... Это Игорь Вихурков пердит, что ли? Лилась вот эта, как бы, слюна. Чтобы подождите, у него харя багровела. Вот этот чел пердит, что ли, мне поток или что? Так это же не Плющенко, какой-то Игорь Вихурков. А что-то вы мне Плющенко попиздели, да? Это не Плющенко, как бы, это вот себе, этот хуй пердит мне в душу. Знаешь, ему надо, чтобы она мореная была. Это не Плющенко. Чтобы залита была вот этой течкой, бля. Чтобы, короче, оттуда духан шел, как... Как с этого, с кишкового цеха. Когда через кишковой цех идешь на мясокомбинате. Так, ребята, там... напишите ему я в чат, чтобы он попал, извинился. Короче, ё-моё, там, а они там кишки все эти разделывают, короче. Так, ребята, едят, пишите, чтобы он извинился за то, что он обосрал мне поток. Мне сразу ноздри все вот здесь заложило, а я несколько шагов только сделал. Несколько шагов. Пишите, я... чтобы он извинялся за свое поведение. А мне еще идти туда. Ищите, Игорь Вихурков, это он. Задохнулся. Это он, Игорь Вихурков. До конца цеха. Это не Плющенко. Да? Это вот... Я знаю, что ты хочешь нож в КСке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Чё смеемся, родной? Ну чё смеемся? Перед Волокасом говорит. Конечно. Быстро извинись. Я не просто могу как бы напердеть, я могу и в кадык насрать. Понял, да? Ты давай, дружочек, веди себя покультурнее бы. Такие люди на тебя смотрят серьезно. Не понял. Валера Гладиатор просит. Извини. Седларики, приветствую тебя. Как на... А насчет... Во-во-во-во-во. Куда он ушел? Подожди, как насчет... Да. Как насчет совместного стрима с Доном Симоном? Ё-моё, тут еще Дон... А Дон Симон какой-то появился. Я только что объяснил, что я не хожу на интервью ко всем там Донам, потом кто-то, Жопичем, Аналычем, Закутокталычем. У меня другая миссия. Я пришел сюда для того, чтобы вас собрать всех. Массовое поголовье. Оп-оп, с приподнизовцы. Который не является уже массовым поголовьем. Понятно, да? Пишите, чтобы он извинялся немедленно. Извинись перед Волокасом. За пердежью.
Так, так, мы что здесь сегодня, сейчас что разобрали? Так, мы разобрали, кто такой шляпогрудый. Шляпогрудый. И мы разобрали, кто такой министр менструальных дел. Министр менструальных дел. Это, понятно, сука, да? Игорь Вихорьков какой-то. Блин. Так. Это Плющенко брат или просто какой-то похожий на него? Я думал, это Плющенко Жека. Он. А Плющенко тут, получается, вообще ни при чем. Вопросы, которые он записал в течение каких-то, может быть, несколько дней. Может быть, так, несколько, ребята, часов. На завтра, то есть, на башне задание. Брат, а его уже здесь. В смысле, брат? Сейчас пока я с планшика, короче, стримлю. Потом, когда появится уже у меня нот, здесь будет стрим. А, вернее, он тебя не уважает. Здесь уже будет. Нет, так он кому-то разве уважает? Он, по-моему, пердит на всех сидит. Он всех опердил. Оказ, хочешь, чтобы ты ему вернул в котык. Ай, блин. Извинись перед дедом. Попусти котята. А, так, за ваше здоровье и за мое, соответственно. Так, подожди. И как бы порядок. Ну, то есть, как бы освещение вопросов тех, которые я записал. И по ходу там... Пиздец, чел сидит, пердит, еще что-то умное рассказывает. Это вообще парадокс. Ладно, я другое дело, хотя человек интеллигентный или интервертный. А вон там пердун. Это Евгений Плющенко, постаревший аскуфет. Нихуя, это Игорь Вихорьков какой-то. Так, подожди, сейчас привет от Валеры Волокаса. Можешь пернуть? Я только что смотрел, 3 дня назад по льду катался. Он очень просит. Это не он. Так, это другой дальше. Человек, это чем Игорь какой-то. Пердишь в Алакасу? Извинись. Это кто у нас пишет? Это Абоба 14. Это кто у нас? Аноним. Аноним. Так, зачем ты пердишь? Так, здесь кто у нас? Не Солнцеликий. А еще раз хочу повторить. Не Солнцеликий, а Светлоликий. Светлоликий, понимаешь? Потому что свет от лика Светлоликого проникает. Это нет, это не Плющенко. Закоулки твои. Это Игорь Вихорьков. Высвечивает все эти твои триплкашные, вот эти, как сказать, страсти, которых ты, может, даже еще не знаешь. Это Вихорьков какой-то, Игорь. Он проникает также в закоулки твоей кишки. Понял, да? Лучше как бы, ну, всегда... Сука, извиняться не хочется. Я лично жопу не могу. Еще раз повторяюсь. Как дела? Жопу. Не закрылся. Мальчишка пришел. Прости меня, пожалуйста. Но я посмотрел пару его роликов, и вы, блядь, похожи как две капли. Его зовут Шоня. Прогоняете такой же бред по нескольку раз. Повторяйтесь, разбавляйте все говном и пуками. Я вот даже не пойму сам, что он рассказывает. Жопу какую-то рассказывает тут. Я вообще не пойму. Я умный человек, а он что рассказывает? Глупость какую-то. Это, сука, оказывается, не Плющенко. Это Вихорьков какой-то. И могу так же. Это брат его, говорят. У меня есть полотенце для гостей. Я полотенцем для гостей жопу вытеру, все. Что втирать? Я не понимаю вообще. То есть, вытер жопу этой какого? Если не комфортно, вот так жопу закинул, короче, на этот, как он, в ванну. Включил, тут же помыл его полотенцем для гостей. Пошел дальше. Не... Понял, да? Шонька прибежал, короче, с улицы с Джеком. Я раз им лапы помыл. Тоже жопу ему помыл и все, короче. Так что, если ты бреешь жопу... Пусть извиняется немедленно. Если ты опс приподнизовец, бреешь жопу, короче, брей дальше. Ничего в этом страшного нет, понял, да? Я уже говорил, что я жопу не брею, я лобок не брею. Я недавно вот так вот начал брить эти... подмышки и все, а так я и подмышки даже не брил, понял, да? Здравствуйте, Игорь, убедительная просьба от Валерия Альбертовича, насрите в гланды. Смешно, да? Понимаешь, ну главное, чтобы вот эти, как вы, дошугаринга. Да это, сука, пердун интернетный. Воском или чем, или медом. Медом смазывают. Чтобы когда тебя потянули вот эту волосню твою вот с этим, с воском, чтобы они кишку оттуда вместе с этой ручкой восковой не вытянули. Чтобы кишку как рукав вот так, ужу, на метра полтора-два. Чтобы потом тебе и не запихивать ее обратно вот так не сидеть, короче. Чтобы твои друганы твои
чтобы не запихивали тебе туда кишку обратно. Чё, блять, он впаривает, я не понимаю. Короче, брей жопу. Чё, понятно, не могу, вообще ничего не понимаю. Это Артур Пирожков? Сбиться. Так. Нет, это Игорь Михалков. Александр Рема? Так, подожди, ребята, подожди. Что такое ОСС? Добрый вечер. Что это такое ОСС? Кто-то там. Спасибо за ваши смачные атмосферные пердежи. Это кто у нас? А, ничего себе, Глад Волокас. Да, может, это не Глад Волокас. Так, ну, если... Пожалуйста. Волокас следит за тобой, родной. Так, добрый вечер. А можно будет снять видео в стиле Toyota Сила могила и пердануть в конце и желательно в 10 секунд вложиться? Это то же самое, как поздравление. В 10 секунд у меня, правда, в 10 секунд, ну, как бы это, пиши в инсту там или ВКонтакте, там это все, это обговорим, это все как бы это, не бесплатно. Добрый вечер, Сверя, спасибо вам за ваше, и за ваш пердеж. Это мотивирует меня жить, я только сейчас пришел, поэтому не слышал, почему вы отказались от интервью с королем Ильей Мэдисоном. Я, по-моему, несколько раз уже ответил, почему. Не только ему, а еще Дон какой-то появился. Дон еще Дон. Привет, говорю. Передай привет Насте. Да, блядь, хватит этих херню присылать. Анкиева и Максону Нефору из Москвы. Вот всех этих ребят, которых я прочитал, я загоняю вам свой особый саланчик. Ладно, пусть он извинится, я пойду. И желаю, чтобы кишка... Мне не нравится то, что он запердел мне интернет весь. Не свисала. Он напропердел мне всю трансляцию, вот этот плющ. Так, дальше, чтобы вы друг друга в жопу не долбили. Чтобы Настенку... У, сука! На руках носили, чтобы деньги на звездочка наша вытанцовывает. Так, гайд по коричневой стороне, а потом проведу. Я расскажу, как там все это, как все функционирует, где ашеры. Кого? Это хороший, кстати, вопрос. Это не Рэба, это Плющенко, сука. Брат его, братик. Это как Каруманы Маслуримский. Напиши ему сам. Прояви инициативу. Кому? Ставьте плюс в чат. Кто за? Кому? Плющенку, что ли? А что ему написать? Да что мне ему писать? Чел пердит, сидит там, школьников развлекает. Мне что ему писать? Пусть пердит себе дальше. Ну, чтобы он поменьше тут пердел у меня. Он же сказал, что ни с кем интервью не стримит. Молчал бы уже, Миш Планетный. Но у тебя туннели и великаны. У него фекальный фрактальный поток. У каждого своя религия и философия. Ничего страшного. Ты что, балдом, что ли? Нет, ты дурак, скажи. Вообще, что за вещи сравнишь-то? Я тебе рассказываю серьезные вещи, а этот дебил выдумал коричневую страну и впаривает ее теперь. Я тебе рассказываю про туннели, дура ты, которые существуют. Я вам 3 месяца назад сказал, что вы еще не раз услышите про туннели. Сейчас новости, если смотришь, посмотри, там каждое слово туннель. Челы с туннеля вылазят. Раз, там вылезет, там вылезет, везде. Два сапога пара. Оба пердят. Оба несут чушь на протяжении нескольких часов. Да. Он, сука, даже смеется так же. Вас с одной дурки выпустили, Чишо? Зови его на поток.